Это Мануэль Сантьяго. Если мы сумеем устранить его, то положим конец крупнейшему наркокартелю в мире. А теперь Джессика Спенсер. Дайте мне поговорить с дочерью. Будешь стрелять, мы умрем. Главной роли Терри Халк Хоган. Гром в раю. В фильме снимались Крис Лемон, Кэрол Альт, Эшли Горл, и Патрик Макни. По произведению Майкла Берка и Дугласа Шварца. Смертельный урок. Композиторы Кори Лериос и Джон Д'Андреа. Привет. Привет, Брю. О чем задумалась? Я так хочу попробовать, понимаешь? Попробовать что? Стать фотомоделью. Давай, девочки, посексуальнее. Вот так, хорошо. Знаешь, чем ты отличаешься от этих красавиц? Чем? Вот этой кофточкой. Боюсь, не только этим. Знаешь, что я тебе скажу? Ты дашь фору любой из них. Пошли. Куда? Туда. Брю. Пошли, пошли. За мной. Эй, ураган, как поживаешь? Привет, Джимми.
Покажите, как вы любите камеру. Очень хорошо. Горячий денек? Не говори. У мужиков слюнки так и текут. Есть от чего. Ну, давай, снимай ее. А нужно? Давай, давай. Распусти волосы. Ты выглядишь потрясающе. Ты им дашь 100 очков вперед. Рон Райс? Мартин Брюбейкер, рад познакомиться. Привет, Мартин, очень приятно. Зовите меня просто Брю. А это восходящая звезда, мистер Райс Эллисон Вилсон. Привет, Эллисон, рад тебя видеть. Привет, я тоже рада. Я думаю, ты прав. Не могла бы ты повернуться? Она потрясающая. Стив, можешь подойти к нам на минуточку? Конечно, Рон. Эллисон, это Стив. О, нет. Привет, Эллисон, как дела? Привет. Мне кажется, тебе следует сделать пару фотографий этой красотки. Отличная мысль. Что вы делаете? Брю? Эллисон, расслабься. Получай удовольствие. Вот так. Что ты делаешь? Я приобщаю Эллисон к миру фотомоделей. Это все равно, что бросить ее на съедение волкам. Мир шоу-бизнеса — это дикие джунгли. Это всего лишь шутка. Тебя не о чем беспокоиться, если за дело взялся я. Как раз это и дает мне повод для беспокойства. Она для этого не готова. Разве? Отлично, Эллисон. Отлично. Что ж, мне не жалко. Нам нужна твоя помощь. Мы перестанем, она еще не закончила. Она закончила. Если у тебя нет более важных дел, нам предстоит встреча с агентом Харрисом. Харрис из УНБ? Да, сегодня, прямо в этот момент. Отменить нельзя? Нет. Спенс, я думаю, такой момент, как этот, важнее всяких встреч. Пошли. Пошли, Брю. Девочки, ну и жизнь здесь у вас. Ты даже не представляешь. Ты сказала по телефону, что тебе нужна наша помощь. Да. Управление национальной безопасности нуждается в вашей помощи. Борьба против наркотиков стала вопросом номер один. Это Мануэль Сантьяго, один из крупнейших наркодельцов на планете. Его разыскивают в 17 странах за торговлю наркотиками. Если мы устраним этого парня от дел, то положим конец крупнейшему наркокартелю в мире. Обычно ваши люди сами занимаются подобными делами. Почему вдруг ОНБ решило связаться с нами? Его правительство отказывается нам его выдавать. Они плевать хотели на международное законодательство и вытворяют, что хотят. Почему они так за него держатся? Потому что они получают бешеные взятки. Это означает, что они вместе. Да, и это сотни миллионов долларов. Привет, это Мейсон Ли. Правая рука Сантьяго, бывший член красных бригад. Не устранив его, невозможно было устранить Сантьяго. Но если мы уберем Сантьяго, то избавимся и от Ли. Проблема в том, что мы не можем этого сделать. Мои руки связаны. Но вы, ребята, другое дело. У вас есть гром. Вы можете пройти незамеченными. Значит, мы берем Сантьяго, привозим сюда, и вы платите нам не совсем так. У нас небольшая проблема. Я в курсе, что ваша обычная такса 5000 в день плюс накладные расходы. Я могу платить только накладные. Неужели вы не можете найти каких-то жалких 5000? Извини, Харрис, но мы согласны. Спенс. Да, мы согласны. Спасибо. Большое спасибо вам обоим. Мы на вас рассчитываем. Здесь вся информация, которую УНБ удалось достать. Мы отправляемся сегодня вечером. И еще, если что-то пойдет не так, не связывайтесь со мной. Я не смогу вам помочь. Управление снимает себе всю ответственность за ваши действия. Абсолютно всю. Удачи. И все это за бесплатно. Откуда ты берешь таких чудесных клиентов? У нас есть шанс сделать мир лучше для наших детей. Поэтому я и согласился. Ты против? Я с тобой полностью согласен. На все 100%. Well, I want to hear about
Расскажи мне о своем новом классе. Это художественная школа. Келли будет моим учителем рисования. Она тоже туда ходила, так же, как и Эллисон. Правда? Как жалко, что это всего два раза в неделю. Я буду заниматься керамикой и рисованием. Я хочу быть такой же, как Келли. Ты хочешь быть такой же, как Джесс. Только одного я не могу понять. Чего? Я не могу понять, рада я или наоборот. Эти два чувства смешались, и у меня болит живот. Ты рада, потому что тебе придется заниматься многими интересными вещами, а не рада, потому что для тебя это новое место. А ты, Келли, ты рада или нет? Я никогда раньше не преподавала. Чувствую и то, и другое. У меня тоже все смешалось в животе. Но я думаю, в этом виновата стряпня Брю. Папа, ты отвезешь меня завтра в школу? Дорогая, боюсь, что завтра я не смогу. Сегодня вечером мы отправляемся на задание. На какое задание? Обычное дело. Хорошие парни против плохих. Келли останется с тобой, пока мы не вернемся. Это обязательно? Вы не можете остаться. Это очень важная миссия. Дорогая, я обещаю, что завтра утром обязательно позвоню. Обещаешь? Я когда-нибудь не выполнял своего обещания? Ну давайте, ешьте. Я, пожалуй, закажу пиццу. Эй, куда вы? Постойте. Я, по-моему, сыт. Извини. Она спит. Что? Джессика, она все еще спит. Я никогда не рассказывал тебе о парне, который зарабатывал тем, что ставил клизм слонам. Перестань. Согласившись с Харрисом, мы взялись за трудное дело. Оно потребует всех наших усилий и внимания. У нас есть о чем беспокоиться, помимо того, сможешь ли ты сдержать свое обещание, Джесс, или нет. Мне не о чем беспокоиться, я сдержу свое обещание. Хорошо. Включай режим поиска. Режим защиты. Похоже, я их обнаружил. Вот здесь, в горах, рядом с водопадом. Высокая концентрация железа. Железо. Это не что иное, как бункер наркобарона. Я пойду по течению. Берегись крокодилов. Мистер Сантьяго, ты понравилась? Сеньор Сантьяго, да. Минута вашего внимания, сэр. Хорошо. Катись отсюда.
Эй, Ли, что скажешь о моей новой наложнице? Неплохо, Зак. Предыдущей явно не повезло. Что у тебя там? Что это, бананы? Новая партия, сэр. Мейсон, я рассчитываю, что ты сам проведешь эту операцию. Вы можете рассчитывать на меня, сеньор Сантьяго. Эта операция очень важна, все должно быть без сбоев. Никто ничего не заподозрит. Все будут считать, что это партия раковин. По прибытии в Лос-Анджелес, вы вылетите стекловолокно и получаете 100% кокаин. Мне нравится, Мейсон. Подойди сюда. Я тобой очень доволен. Спасибо, сэр. Вальдес! Да, сеньор. Сообщи Мигелю, что партия готова. Передай Раулю и Алехандро, чтобы они никуда не уходили. Так точно. А где же моя крошка? Мигель, это Вальдес, прием. Партия готова. Рауль и Алехандро ждут на улице. Сеньор Сантьяго попросил сообщить им, когда ты будешь готов. Конец связи. Я нахожусь рядом с их логовом. Насколько я понял, Сантьяго в бункере. Да. Здесь несколько сторожевых псов, которых стоит отправить на живодерни. Действуй как можно быстрее, а я помогу тебе с Громом. Действуй. Понял? Мигель, это Рауль. Рауль. Алехандро. Рауль, Алехандро, это Мигель. Вы нужны мне оба, немедленно. У нас мало времени, быстрее. Есть, сэр, мы сейчас будем, вперед. Все за мной, пошли. Сеньор Сантьяго? Да. Груз будет в Лос-Анджелесе через 4 дня. Что? Мейсон, мне это не нравится. Он должен быть там через 2 суток. Я посмотрю, что можно сделать. Поиграем в кошки-мышки. Андале. Какая красавица.
Вальдес! Да, сэр. Собери людей. Поймайте его. Оставьте его живым. Пошли. Пошли, пошли. Вставай. Я не могу идти без своей трости. Возьми вот это. Вставай. Будь ты проклят. Можешь не надеяться, мои люди тебя обязательно найдут. Они размажут твои мозги. Шевелись. Пошли, Джесс. Мы не можем опаздывать в самый первый день. А нельзя подождать еще чуть-чуть? Хорошо. 10 минут. Но потом нам нужно будет идти. Я знаю, папа позвонит. Он обещал. Это они, быстрее! Быстро, быстро! Живее, Сантьяго! Ты что, не заметил, у меня больная нога? Я сказал, вперед! Ты за это заплатишь, мой друг, тебе не поздоровится! Кто-то должен был это сделать, так почему не я? Спенс, прием. Мы укладываемся в расписание. Тютельку в тютельку. Ну что ж, ребята, добро пожаловать в школу. Урок номер один. Урок номер два.
возвращается. Быстрее, Сантьяго. Я сказал быстрее. Шевелись. Шевелись, я сказал. Шевелись, Сантьяго, шевелись. Я знала, что ты позвонишь. Я всегда держу свои обещания. Где ты? Что это за шум? Я в Южной Америке, Джесс. У них постоянно какие-то праздники. Салюты, фейерверки. Ребята, мы здесь. Ты все приготовил для школы? Да, и я обязательно сделаю что-нибудь специально для тебя. Папа, а ты уверен, что сейчас подходящее время для разговора? Для моей дочки любое время подходящее. Желаю тебе хорошо провести день. Спасибо. Я люблю тебя, папа. Я тоже тебя люблю, Джессика. Разговариваешь со своим детенком, скажи ей, чтобы она за тебя молилась. Я сказал тебе заткнуться. С кем ты разговариваешь? Это насекомое. Какое? Хлоп. Мне пора идти, Джесс. Бенс, что ты делаешь? Это Джессика. Привет, дорогая. Удачи тебе в школе. Пока. Держи. Спасибо. Пошли, надо перебраться на гром. Ребята, зачем вам понадобился старый и больной Сантьяго? Заткнись. Надо торопиться. Какие крутые парни. Может, закачать воду в отсек погружения? Да, и погорячей. Тебе пора привыкать сидеть в заперти. Поехали отсюда. Мерзкий преступник.
Внимание, Спенс. Гром, дай мне обзор заднего вида. Наши гости не желают оставить нас в покое. Приготовим им коктейль. Обязательно. Ты уверен, что это экологически безопасно? Горючее самоиспаряется по мере горения. Здорово. Всего хорошего, амигос. Мануэль Сантьяго? Да, и что? Вы арестованы. Зачитайте ему его права и увидите. Что, получили удовольствие? Разве не прав? Будьте вы прокляты. Я вас предупреждаю, у меня много друзей. И они будут очень недовольны вашим поведением. Черт воздери. А с тобой мы еще встретимся, Спенсер. Обещаю тебе. У нас достаточно улик, чтобы засадить Сантьяго в один из наших пансионатов. Надеюсь, до конца жизни. Будьте вы прокляты. Поверьте, ему там не понравится. Мы вам очень признательны, мой друг. Спасибо. Месяц спустя. Келли, мне нужно уехать на фотосъемки на Багамы на 6 недель. Не может быть и речи, Эллисон. Ты получила разрешение матери-настоятельницы приехать сюда только при условии, что я буду за тобой присматривать. Не понимаю, почему такие проблемы? Тебе и не надо понимать. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Это окончательное решение. Сегодня состоялся суд над Мануэлем Сантьяго, который приговорил его к 5 пожизненным заключениям за контрабанду наркотиков. Сантьяго был захвачен агентами спецслужб месяц назад. Но это о нас написали. Агенты спецслужб — это очень много. Только не говори мне, что ты делал это ради славы, Брю. Нет, только ради денег. Жалко, что нам не удалось поймать Ли. Любая победа над наркотиками и торговцами наркотиками — это повод для праздника. Келли, мы опоздаем на наше занятие. Ты права. Пошли. Эй, постойте. Мой сюрприз для тебя почти готов. Я обожаю сюрпризы. Пошли. Если я больше тебя не увижу... Встретимся в раю. Пока, ребята. Счастливо. Пока. Удачи. Рада видеть вас. Келли, я счастлива тебя видеть. Я тоже. Это Джессика. Джессика, это Саванна. Она была моим учителем, когда я здесь училась. Как поживаешь? Я очень рада с тобой познакомиться. Я много слышала о тебе. И сейчас мы посмотрим твои работы. Давай их покажем. Идем? Я помню, как Келли стояла в этом саду и говорила, что мечтает поехать в Италию, стать скульптором, и что она никогда не будет носить туфель. Ее мечта частично сбылась. Гуляя по пляжу, незачем носить туфли. Но главная мечта так и не стала реальностью. Я
Никогда не нужно сдаваться. Мечту в любой момент можно воплотить в жизнь. Теперь я понимаю, почему вы мой любимый учитель. Даже несмотря на то, что мы с Ванессой доставили вам немало неприятных минут. Мне было так тяжело узнать о Ванессе. Я следила за ее карьерой модели с тех пор, как она переехала в Нью-Йорк. Ее смерть, наверное, была большой утратой для тебя. Она была мне как сестра. Я знала, что она была наркоманкой, но я ничего не могла сделать. Между соблазном жизни и соблазном наркотиков она выбрала последнее. Она была такой молодой. Джессика, прекрасно. Ты вылепила это сама? Келли мне помогала. Немного. Как дела, ребята? Я думал, это машина Дуга и Майка. Теперь это наша машина. Внимание, ребята. Искусство, скульптура, рисование. Это не только техника. Это прежде всего чувство. Ваша задача как художника состоит в том, чтобы выразить свои чувства. Используйте свое воображение. Мечтайте. Не замыкайтесь только на форме. Наполните ее жизнью. Тихо! Где Джессика Спенсер? Джессики Спенсер сегодня нет. Она заболела. Как горячо ты любишь своего папу. Посмотрим теперь, как он любит тебя. Выйти из помещения, быстро! Продолжение следует. Гром в раю. Если вы не вернете Сантьяго через 5 часов, сначала мы убьем Келли, а затем твою дочь. Причина захвата заложников. Я требую Мануэля Сантьяго. Разнесите эту школу. Джессика! Вниз, всем пригнуться!
На русский язык фильм озвучен фирмой «Дважды два телемаркет».